В Сидуме приобрела. Вот такие луковицы из Royal серии. Сорт называется Рига. По-моему, 139 рублей, что ли, стоило. Сейчас посмотрим. Пакет перфорированный Петрофлора. Так. Вскрытие. Произвожу вскрытие. Два росточка. В дальнейшем можно поделить эту луковицу на две. Вот так. Аккуратненько. И высадить. И будет два цветка. Каждая половинка даст по луковице. Так. Вот тут уже что-то черненькое. Вон оно. Трипсики тут присутствуют. Спрятались. Застеснялись. Все равно это все пойдет на обработку. Так, первый. Донце какое. Крупная луковица. Экстра. Второй открываем. Я сейчас ее подготовлю, потому что еще будет один обзор одного сорта. Ну-ка смотрим. Там какой-то. Вот тут тоже второй росточек. То есть это такой сорт, у которого два росточка просыпаются. С экономической точки зрения его выгодно. Видите? Это я это не углядела. Вон они, вот эти уже высохшие все. То есть они начали расти, потом затормозили. Они не вырастут вот там, где я отрываю. А вот остальные корешочки, они дадут рост. Так. Это первый сорт. И я еще взяла второй сорт. Не удержалась, потому что я этот сорт люблю. Всегда его смотрю, но почему-то... Вот этот сорт, он все время какой-то болезненный в супермаркетах, в гипермаркетах, в садовых центрах. Всегда луковицы большие, плесневелые. Кот-де-Азур. Кот-де-Азур. Сейчас мы его посмотрим. По-моему, 200 с чем-то рублей стоил, 7 штук. Так, это сюда, это сюда. Взяла его, потому что вроде бы крупные луковицы, маленькая донца, луковицы не старые. Ну и корешков особо таких нет, и роста нету. Конечно, уже все волосы просыпаться начинают, потому что температура в помещении гипермаркета, она больше даже 20 градусов. Смотрите, ну относительно чисто, я не вижу здесь никаких насекомых. Ну да, корешки, конечно, начали в рост идти, и потом прекратили, засохли. Но ничего страшного, запасной вариант, второй ярус, потом в рост пойдет, ничего страшного. Видите, там бочонки. Вот этот сорт очень тяжело найти. Вот смотрите, детка даже есть, можно детку высадить. Этот сорт тяжело найти здорово. Вот я смотрела в Ашане, он такой с фаршой весь был. А Боди смотрела, он тоже какой-то уже с плесневелыми корешочками. А этот вроде более-менее такой. Смотрите, видите, сколько у него возможных ростков. Раз, два. Ну, выбирала. И, кстати, трипсов я тут не вижу. Видите, как начинают только вот они. Молочные. Как молочные зубки у детей. Так и тут молочные корешки. Смотрите, а тут два росточка. Видите, какой он? Угу. Угу. И донышко маленькое. Луковица не старая. Даже несмотря на то, что размер у нее экстра. Люблю я это делать. Чистить гладиолусы. Нравится мне. Особенно, когда материал здоровый, посадочный. Просто в радость. Сердце души моей. Бальзам, как говорится, души. Так. Смотрите, сколько у него тут скрытых деток. Это можно высадить все. Сейчас. Мне немножечко не нравится, что росточек такой тупой, видите? Такой вот он как будто чем-то деформирован или генетически, может быть. Обычно остренькие росточки у гладиолусов. Ну вот. Сейчас вообще я посмотрела, самое дешевое это фикс-прайс гладиолусы. А так Голландия выросла до 30-25 рублей за штуку в розницу. В розницу я имею в виду. Так, смотрите. Вот это вообще-то можно вырезать и зеленкой. Или просто зеленкой прижечь. Вот такой экземплярчик. Как вам? Ну, он тоже имеет право место быть. У каждого есть шанс.
Тут не каждый может им воспользоваться. Но мы ему даем шанс. Пусть разум попал в нашу в упаковочку. Значит, мы ему дадим шанс. Видите, фиолетовый цвет выходит, он желтого цвета. У нас в Purple Flora, который мы ранее дезинфицировались, рассматривали, там тоже были желтые Purple Flora выходит. Вот сейчас я приготовлю раствор фитоферма и замочим их. Я поеду дальше продолжать свой марафон по шагам. Фитоверм, значит, от рипсов 10 миллилитров на литр воды. У нас здесь 4, ну, соответственно, где-то на 0, на 400 миллилитров воды это возьмем. Сейчас мы это все сделаем. Вот такая ампула. Если садовод знает, как это все делать. Ну, вот это у меня 500 миллилитров воды здесь, стакан такой. Вот такая рисочка есть. Все это сюда выливаем, я еще водичку туда загоняю, чтобы весь препарат ушел в мусорку. Это на купание. Купание. Ну и этих тоже вот так вниз можно, видите, вот так. Оп. Все, оставляю, пусть они там дезинфицируются. Накрою, чтобы запаха особо не было. Вот так, да? Оставлю. Рассмотрели мы сегодня распаковку двух видов гладиолусов. Ригу и Кот де Азур. Как я дезинфицирую луковицы, я их складываю в такой пакетик, кулечек, делаю как для семечек. Здесь скрепляю скобами кулечек, здесь закрываю и пишу название сорта. У меня такие липкие есть листочки, они в канцелярском магазине продаются в любом. Можно также ценники сюда писать. В общем, подписывать, как тебе удобно. Вот, и вот этот мы разбор делали в гладиолусе, моя плесецкая. Также в пакете кулечек, вот он продезинфицирован, я спокойна, что у Галины и Михайловны не заведутся трипсы от них. Потому что они готовы. Сейчас они в таком виде находятся у меня в холодильнике.